Всем привет, с вами Лёви Геймс, и это Пигги. Книга вторая. Что такое вообще происходит? Я, если честно, давным-давно играл только в первую часть. Вообще не представляю, что здесь происходит. Что здесь будет? Какой-то ключ. О, батарейка. Батарейку надо чуваку отнести вот этому точно сразу. Бежим. Все вроде бы нормально сразу вот этому чуваку, потому что он там просил батарейку. Ой, блин, ничего себе он собака. Вот это да, я аж испугался. Так, теперь давайте-ка посмотрим какой-то ключ, наверное. Пойдемте возьмем его. Здесь вот был какой-то ключ. Это что такое? Здесь вообще ничего нет, здесь вообще что-то непонятное. Блин, что здесь происходит? Куда здесь надо бежать? Я вообще не представляю. Так, это что-то, это, надеюсь, схватил полицейский? На чуть-чуть, правильно ведь? Тогда будет вообще супер. Бежим теперь сюда. Что здесь делать? Здесь ничего не работает. Так, здесь что-то надо. Здесь тоже такого нет. У меня пурпурный ключ есть. Сюда идем тогда, смотрим, что здесь. Нужно найти где-то пурпурный ключ. О, батарейку, кстати. Можно еще взять батарейку. И дать собаке. О, все, пусть он грызет его. Этого Пигги. Идем теперь вот сюда. Смотрим, что здесь вообще происходит. Вообще не то, это что такое? Кто это? Все, пока нормально остановили. Блин, как же страшно. Мне же он сзади может пробраться. Так, видели? Где-то ключ. Где мне здесь ключ найти, интересно? О! Вот так вот берем, и вот там что-то было, да? Вот там же было. Ой, нет, вот здесь точнее было. Где было? Или вообще не то? Это что-то не то такое, вообще непонятно. А где я только что видел же, по-моему, какой-то еще? Голубой ключ можно было куда-то вроде бы вставить, нет? Вообще вот так лучше бежать, так, наверное, даже удобнее будет. Вот сюда пойдемте. Блин, как же страшно. Здесь ничего вообще нету. Здесь какая-то лужа, что ли? Что это такое? Сюда даже не выбраться никак. Это какой-то ужас. Так, свинья там неизвестно вообще где находится. Не так, наверное, мне кажется, сложнее даже. Батарейка, если что, тоже есть. Можно эту собаку натравить. О, пока смотрите, вот сюда мы прошли. Здесь что-то взяли ведь. 9 там. Или так и должно быть? 9 посередине. О, все, это уже поставили. Молодцы. Все, супер. Пока молодцы. Че, все, мы выходим? Что происходит? Или ему батарейку надо? Давайте батарейку. Здесь где-то была батарейка, правильно ведь? Вот. Берем батарейку и бежим вот сюда. Собака. На батарейку. На. Во-во. Что он делает? Ищи. А, так это и есть. А как я не могу ничего сделать? Это же Пигги был. Кто это вообще? Или я? Что это вообще такое происходит? Я рядом с Пигги нахожусь. Так, давайте хотя бы хоть какой-то ключ возьмем. Правильно? Уж лучше хоть какой-то, чем никакого. Здесь ничего нет. О. Красный ключ. Точно был. Где-то вот здесь вот был. На улице, по-моему, вон там. Или где. Давайте сходим, посмотрим. Быстренько вот сюда. 4 минутки осталось. Пока нормально. Где-то был же вроде бы. Красный ключ. А, по-моему, вон там. Нет, вот там где-то в подворотне. Нет. 5. Смотрите, вот здесь 5 должно быть. Видели? Цифра 5 должна быть. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Ой, фу, еле-еле. Ой-ой-ой. Опять все поставили. Все, выход, выход, выход. Ножницы нужны. Ой-ой-ой. Бежим-бежим, собака, спасай. Бежим-бежим-бежим. Нужны где-то ножницы, правильно я тебя понимаю? Бежим вот сюда. Теперь вот сюда. Аккуратненько. Здесь ничего нету.
Там этот бежит опять. Желтый ключ, он вроде не нужен никуда, да? Где все открыли? Ножницы нужны. Где-то нужны ножницы. Их надо где-то открыть. Здесь ничего. Вот там, кстати, наверх можно сходить. Давайте-ка посмотрим, может, наверху что-то есть. Ух ты! Идем сюда. Здесь что такое? Слышали, там что-то шумит, как будто бы. Вот здесь вот нет ножниц нигде. Машины ездят. Ничего себе тут. Идем сюда, быстрее, быстрее. Здесь ничего нет. Вот здесь что-то тоже полиция тут. Ничего себе. А где? Ножницы. Нету нигде ножниц. О, отвертка. Отвертку хотя бы возьму. Не знаю зачем. Может, она пригодится. Вот сюда. О, все, открыли, открыли. Бежим, бежим. Отвертка. Отлично, отвертка. Давай, давай. Супер. Это спасение. Видели, как круто? Я первый раз вообще здесь. Первый раз. В Пиги вообще первый раз. Жесть полнейшая. Я не знаю, что это за карта, что я здесь делать. Но самое главное, выиграл. И это же круто, смотрите. Я только пытался накормить свою семью. Пожалуйста. Это кто такой? Да вот этот вот. О, смотрите, идет. Сзади. Ох, блин, собака, берегись. Или это я, берегись. Что сейчас будет? О, боже. Давай, собака, стреляй шокером. Вообще ужас. Ну, как классно, посмотрите. Просто, я не знаю, мне чудом как-то повезло. Первый раз играю, видите, награду сразу получил. Вообще классно. Все, иду такой довольный, смотрите, классный. Все, супер. Все, сделал, все отлично, просто шикарно. Смотри, какой я улыбаюсь. Собака просто моргает, смотрит. Все классно. Сейчас посмотрим, что еще там будет в конце. Что они еще хотят. Но это я думаю, что все уже. Все. Да. Давайте заканчивать тогда. Мы с вами тоже на этом будем. Сразу прошел. Как это получилось, вообще не представляю. Но тем не менее, ставьте лайки за такое. Подписывайтесь на канал. Смотрите, как круто. Тихо, хорошо. Растут цветочки вон там. Птички поют. Эти вон бегают. И мы все радуемся, смотрите как. Все просто круто. Все счастливы. Все спасены. И это классно. Да? Я тоже думаю. За такое 100%. Огромный-огромный лайк надо поставить. Этим собакам всем и всем остальным. Круто. Такая музыка спокойная, тихая, хорошая. Вообще классно. Эти все бегают по кругу, видели? Все что-то делают. Куда они? Мне интересно, что они будут. Прям в стену, что ли, биться? Все, на этом конец. Все классно. Всем пока.